Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, Baldur's Gate. А мы с вами продолжаем. Команда мечты. Да, у нас прекрасная команда. Волшебник, колдун и жрец. Да, да, так оно и есть. Все 9 уровня. И следопыт как-то затесался. Вот, мы с вами... Где мы с вами? Как вообще это место называется? Скажите мне, пожалуйста. Ой, ой, там щупальца развиваются. Мать. Как это называется? Это что у нас? Короче, мы находимся, естественно, в темных землях. Мы в самом днище. Мы пробили дно и пошли к абсолюту. Что у нас тут? Наутилоиды провалиться пропадом. Да ты тут целая флотилия. Через них наверняка прошла не одна тысяча верных. Говорит нам кто? Уилл. Ну, для этого мы Уилла и берем с собой. Вообще, Уилл ищет своего отца, которого где-то тут держит. Его держат даже не в тюрьме. В тюрьме мы были. Ой, слушай, тут еще один свежий разум. Вернее, свежий разум. Свежего разума у нас еще не было. Так. О, тут есть очень хорошая штучка. А ну-ка. Пошли, пошли, все восстановим. Нет, стоп, стоп, стоп. Нет, ничего не восстанавливаем. Для начала мы сейчас всех повызываем. Нет, это мне не надо. Так вот, я же могу еще вызвать... Нет, не шкряба, а фамильяра. И, например... Так, смотри, паук. Отравлять. Во, ворона клевать. Крыса. Заразный укус. Лягушка. Отравлять. Краб что делает? Замедлить. Кошка отвлекать. Но ты знаешь, при всем при том, единственный, кто летает и на кого не действует, может быть, это ворона. Давай-ка я вызову еще одну ворону. О, видали, сколько у нас ворон? У нас просто... Кто у нас? Этот самый, как его? Кадаршай или как его? Шадаркай. Вот. Еще Шадаркай. Поучиться у нас должны. Так, Уилл. А ты вот, например, можешь вызвать... Во-первых, ты лопату можешь вызвать. Элементали ты уже навызывал. Но, кстати, подожди, Уилл. Фу, Уилл. Гейл. Ты же наверняка можешь еще призвать... Скажи-ка мне... Нет, не можешь. Такого же огонька, как вот Уилл призвал. Разве нет, Гейл? Как так-то? Это малый элементаль. Секундочку. А выучить? Есть у тебя тут что-нибудь подобное? Шоковые, цветные, фальшивые, ужас, удар, увядание. Фанатизм, слепота, расплывчатость, разбивающий звук. Ты знаешь, кстати, разбивающий звук? Нет, не знает. Пылающие руки, пылающая сфера. Паралич гуманоида. Грозные очи. А, это у тебя пока не наступила твоя очередь. Нет, Гейл пока не может призывать огонька, пылающая сфера. Странно. Это что, паралич, силовая сфера от Селюка? Это что это такое? Ну, это надо, подожди, это надо мудрость при таких, да? Розовенькая, это, по-моему, мудрость. Сфера блокирует весь получаемый урон и эффекты заклинания. А, это то есть поставить, так сказать, купол над нами.
Нет, Гейл, это не для тебя. Ладно, оставь все как есть. Оставь все как есть. Позови лопату тогда, что ли. Я к чему? Мы сейчас тут все восстановим. Да что я делаю вообще? Подожди. Кто орет? Кто орет? Зови лопату. Зови лопату. Привет, вилка. Ну да, ты вилка, ты не лопата. Мозги? Три сердца, одна воля, воля. А, так, кто еще что может вызвать? Уилл, ты кого-нибудь еще можешь вызвать? Фамильяр. Вазир и бес. Подожди, а при этом у тебя эти-то твои улетят? Нет, огонек остается. Ага. Ага, сейчас мы этот толпой и ватагой. Шедухард, ты кого-нибудь сможешь вызвать? Шедухард какая-то у нас не любит она животных, не любит она фамильяров. Шедухард, а может у тебя есть какое заклинание, связанное с фамильяром? Вот что это такое? Рассеивание. Не, у Шедухард, насколько я помню, была у нее возможность взять фамильяра, но я так подумала, что ей вот оно совершенно не нужно. У нее есть голуби, если что. Ладно, пошли, восстановим себе все ячейки заклинаний. Прекрасная штука, просто очаровательная. Смотри, как у нас все восстановилось, все. Вот, а раз все восстановилось, то самое время пойти и кого-нибудь убить. Но для начала надо, наверное, смотреться, что ли. Тут нечего смотреть. Жаровня. Это что такое? Нейроустройство. А, это туда можно уехать. Не, подожди, 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 подожди. Подожди, тихо, 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 никуда мы не... Никто никуда не едет. Давай мы здесь посмотрим. Возьмем свежий разум. Таскай его пока с собой. Всяческие чаны, корзины. Господи, сколько нас. Сколько нас. Плетеная корзина с тухлыми яйцами. Как же иначе. Слушай, какой интересный. Слушай, давай мы его возьмем. А я его не могу взять. Я бы его взяла, знаешь, зачем? А, я бы его в лагерь затащила. Он очень оригинальный. Смотри, какой интересный чан. Чемодан. Ящик свежевателей разума. Почему я не могу его взять? Никто его не может взять. Шедухард может прихватить? Ныкнуть может. Тяжело. Ну, мечи. Рёсь. Он разбился. То можно к вазочке подойти. Да, увы. Ух ты, ух ты. А это что такое? А, это пушка. Это у них такая пушка. Офигеть. Вот там... Ой, кстати, Шедухард, блин, я что забыла? Агафиса, Шедухард, тебе же надо эту гиду шар сделать. А, она при этом не расходует. Ничего, ладно. Ладно. Пошли. Гор, подготовка. Ну да. А где флотилия элитистских кораблей? Ну вот это вот, вот он. Наутилоид, смотри-ка. Жалко, я не могу подойти. Ой, там кто-то есть? Или мне кажется? Или кто-то там есть? Подожди, давай-ка попробуем поближе подлететь. Честно говоря, так хочется. Давай вы сюда прибежите. Еще раз там себе все это же бесконечно можно делать, да? Вот. А я смогу поближе подобраться к наутилоидам. Смотреть на них.
И не видим только низ. Нет, это не кто-то. А что флотилия? А, вот еще один. Вон щупальца торчат. Вау, как интересно. Вам интересно? Интересно. А, куда-то сюда можно еще зайти. Ну, ладно, подожди. Ну, погоди. И тут течет прям кровушка. Пойдем отсюда. Так, разум мы прихватили, да? Ой-ой-ой, куда это я? Куда это я зарылась? Скорн сразу вспоминается, да? С такими-то интерьерами. Так, тут ничего нету. Пойдем. Кто-то бегает. Центр вживления личинок. Летит. О, а тут еще не летит. Тут тоже летит уже. Ой, на Лаэзель похоже. Нет, это не Лаэзель. Это, кстати, по-моему, огненный кулак или как они? Тоже летит. О, Зевлор. Здравствуйте. Зевлор, тут пусто. И ты тут и летит. А, елка с палками. Так, а если мы посмотрим, прикоснуться. Заживатель разума их жертв бок о бок. Хотя здесь, очевидно, заражает и транспортирует похищенных. А вы можете не разум говорить? Ты видишь улицы Балдура, эмблему огненного кулака, военные учения и придворные танцы. Ты чувствуешь отвагу солдата, ставшего командиром, и ум командира, ставшего герцогом. Рейвенгард был здесь, в этой капсуле, не так уж давно. Уилл, ты слышал? В этой капсуле был твой папашка. Уилл? Привет. Был ты иногда такой тупенький. Иди сам почитай. Хотя капсула пуста, отголоски психической энергии все еще доносятся от нее. И воспоминания того, кто лежал здесь раньше, просачиваются к тебе. Балдур, огненный кулак, учения, придворные танцы. Отвагу солдата ты чувствуешь, ставшего командиром, ум командира, ставшего герцогом. Рейвенгард был здесь, в этой капсуле, не так уж давно. Уилл? Уилл, ваша реакция? Уилл? Ваши пару слов? Уилл? В ответ жужжание сверчков. Так, кто здесь был? Устройство высвобождает поток бессвязных воспоминаний и эмоций. Это все, что осталось от личности обитателя капсулы. Правильно, там, потому что сидит и летит. Слушай, а смотри, что нам... Смех, любопытство, интерес. Он считал, что ужасы лунных башен – это мимолетный сон, который развеется после пробуждения. О, Господи, бедняга-то, бедняга. Это капсула пульсирует гневными воспоминаниями тех воронительницы Ревенгарда, Манипа Шурги. Она скорбит, что не смогла его разыскать. Все? Так, значит, это телохранительница Ревенгарда. Она наверняка что-то знает. Тут пусто. Отчаяние, боль, ужас. Сектанты сожгли его родную деревню. Он один уцелел. Но он уже не уцелел. Он уже не уцелел. Твои легкие испепеляют сухой жар огня, полыхающего вокруг, но никакая боль тебя не остановит. Гоблины гибнут один за другим под ударами твоего меча.
Сквозь густой дым доносится мужской голос. «Рейвенгард!» Окликаешь ты, но в ответ слышен лишь лязг клинков да вопли дроу, выкрикивающих заклинания. Боже, воин там сидит. Так, подожди-ка. Это, очевидно, нейроустройство. Пошли сюда. Безумие, истерика, хохот. Его разум не выдержал. Он смеялся без остановки, когда кожа отслаивалась у него с лица. Ну что, Севлор? Ты вспоминаешь разбитые окна главного собора Эльтурела на фоне полыхающего черного неба Аверна. Ужасы войны крови объединяют вас. Тифлинги, дварфы, эльфы прячутся за щитами твоего ордена паладинов, уповая на спасение. Но едва минует угроза, согласию приходит конец. Вернувшийся в город изгоняет вас, дьяволов, из-за которых развергся ад. Нет, нарушен оказался не твой обет паладина, сама твоя вера рассыпалась в прах. Ну да, тифлинги, конечно, получили, прямо скажем, не по заслугам. Но это же большая разница, тифлинг и дьявол. Устройство никак не реагирует на твое касание. Как же, пустует, ай-яй-яй. Отвага, твердость, вызов. Даже когда ее органы начали растворяться, она верила, что сумеет этому противостоять. То, что такая была отважная, теперь-то и летит. Да, вера — это хорошо. Устройство не реагирует на твое присутствие, но слепая вера иногда бывает еще и глупой. Пожиратели разума. Ну что, пошли открывать? Ну, я вам так скажу, ребятки. Гейл, отстегни всех своих засранцев. И так, вот здесь у нас кто сидит? И летит? Нет, тут не летит. Летит. Сидит вот здесь. Поэтому, Гейл, пойди сюда. Так, Уилл. Ну, ты тоже, в принципе, на дистанцию, да, у нас там будешь. Поэтому... Давай тоже, наверное, сюда. Со своими бесами. Я пойду так. Что у меня? Филара Луэ и так далее, и так далее. В принципе, мне надо как-то, чтобы кого-то бить по площади. Для этого мне надо уйти куда-нибудь совсем в сторону. Вот здесь кто у нас? И летит? Кто это? И летит. Я иду сюда, пожалуй. Со всеми своими воронами. Так, а вот мефиты. Ну, пусть остаются, где есть. Так, Шедик. А ты у нас будешь голубями всех мочить. Иди сюда. Вот, и начнем. Так, кто будет открывать? Огонек, огонек. Огонек, ты можешь открыть это устройство? Нет, конечно. Бесенок, ты можешь открыть устройство? Да нет, конечно. Придется открывать, очевидно, Гейлу. Вот тебе и salutations. Твоя личинка устанавливает с устройством телепатическую связь и хор статистической энергии. Каждый свежеватель разума в комнате вызывает из своей капсулы. Каждый голоден и жаждет освобождения и пропитания. Но в капсулах есть и другие, те, кто еще не заражен, еще не стал элитидом. Им страшно, они отчаянно хотят спастись. А, так мы можем их всех... А, не, нельзя нам Зевлора. Зевлора надо спасти. Устройство открыто командам твоей личинки, она в полной твоей власти.
Так, где у нас F5? Естественно, мы выпустим. Мы не будем никого очищать. Да, Гейл, ты красавчик такой. Вы все восстановились. Ну, какие же вы все грязненькие. Шедухарт одобряет, Уилл одобряет. Найти мол. А тут мол есть? Где мол? Найти Зевлора. Подождите. Подождите, подождите. Ответные действия. Какие ответные действия? Нет. Где у нас... Господи, как плохо играть в темноте. Так, Кетерика, бла-бла-бла-бла. Где мол? Лунные башни завершено. Мы уже пробрались в лунные башни. Вот, великий герцог. Мы добрались до лунных башен. Вряд ли такого ценного пленника, как великий герцог Ревенгард, будут держать вместе с другими заключенными. Ага, ага, мы узнали... Рота Балдура, Дроу похитили великого герцога из приюта Вакин. Это все уже было. Ладно. А вот, найти мол. Мы не нашли никаких следов мол в центре вживления личинок колонии мозгоедов. Видимо, она сумела как-то сбежать из этого проклятого места. Но на глазную-то повязку мы нашли. Некротическая лаборатория Бальтазара. Она была в крови, но не порвана. Возможно, мол, все еще где-то в колонии мозгоедов. Но нифига нету тут. Зевлора мы нашли, вот. Мы выпустили носителя мозгоедов. Сейчас будет драка. Сейчас будет драка. Должен быть где-то здесь, но здесь его нету. Герцога Ревенгарда. Итак, у нас драка. Хотели драку? Что ж такое-то? Да, правда, не очень удобная мышь. Но удобная, но для других игр. Тут новая мышка у нас образовалась. Так, но дело не в этом. Ай, слушай, все эти мозги-то. Мозги-то теперь тоже кидаются. Вилли. Голод Хадара. Плохо делать голод Хадара, потому что все эти бедоносцы туда тоже полезут. Касание упыря. Надо лупить элитидов, прежде всего, Вулли. А никаких упырей. Элементаль у тебя уже есть. Хорошо бы нам... кого-то двоих. И эти кто-то будут вот эти двое. Надеюсь, что вот это вот все у нас теперь не пол... Нет, только не ходи туда. Ага, пожиратель интеллекта мы прибили. У, смотри-ка, ты тоже неплохо получил. Так, а кого-то пырнуть тоже сможем. О, целые две единицы урона. Вау! Уэлл! Так, бесенок, давай-ка ты иди сюда. Только не... Ну как так-то, бес? Я же тебя в обход пустила этих кинжалов. Фу, блин. Лопата. Я знаю, что ты можешь цапнуть сильно. Давай, бей или сюда. Рясь. Пятерочка тоже неплохо. Так, а вот я стою тут плохо. Черные щупальца Эдварда. Так, опутывание тени. На тебя недопустимая цель. Да, я знаю. Не знаю, стрела молния. В одного не хочется. Идти почему я не хочу? Да потому что у меня тут... А, подожди. А вот, призыв града снарядов. Дистанционное оружие, да. Этот попадает? Попадает. Я его не добила, да? Я тоже не добила, да? Сейчас мы все начнем отхватывать. Так.
Ай, слушай, а я же не взяла эту сферу-то. Хотела взять, но мы туда еще пойдем все равно. А с этим... Гидзерийский ментальный барьер. Окей. Вот вороны. Вороны, вам надо добивать, наверное, вот этот мозг. Вот тебе так точно. Угу. Ой-ой-ой. Фейл. Ауч. Ауч. Адское возмездие 5-го уровня. На кого? На этот мозг? Не-не, не надо, не надо. Уже и так сдох. О, другие бегут. Братцы. Он не сдох? Он не сдох, он просто обморозился. Так, огонек. Нам надо бить элитидов. Какие у нас элитиды? Подбитые, вот эти, да, только пожалуйста. Давай вот без этого. Как бес сделал. Вроде он не стоит, да? Так, окей, хорошо. Так, Гейл, этого ты не добьешь, но ты можешь попытаться добить Элитида. Чем? А, подожди, ледяная буря. Вот у тебя хорошая по площади. Дело в том, что площади нет. А нет у нас площади. Почему Shadowheart у нас не ходит? Как бы вот этих вот. Один. Давай попробуем вот так вот. Заморозил? Заморозил. Отойди немножко. Так, ворона, смотри, надо хотя бы этого прибить. Ну. Лучше всего при... Ну, этого ты не прибьешь или тебе. Давай. Там лопата справится. Нам надо отваливать. Так, и наконец-то Шедик. Шедик. Вот этого надо заканчивать. Шедик, поэтому ты делаешь что? Давай-ка посмотрим, какие у нас есть свиточки. Если у нас стрела, должна быть. Но она не добьет этого Элитида. Нет, не добьет. Но может призвать. Может призвать какой-нибудь молоточек. Молоточек вот сюда вот. Какого? Да неважно какого. Что значит недостаточно? Вот, и уж молоточек-то, наверное, возьмется. Если, конечно, этот летит отсюда, не улетит. Shadowheart, тебе надо уйти. Давай вот сюда вот. Да ты, придурочная баба, полезла в облако кинжалов. Облако кинжалов надо снимать. Зевлор, Зевлор рубит. Уничтожить. Давай ему в неочередную атаку. Ух ты, нифига себе, она ему вмазала. Так, так, так. Молоток, ты очнулся, да? Молоток, ты бесполезен. И вообще просто в принципе бесполезен. Достаточно. Иди сюда. Вот, стой здесь. Щипают моих ворон. Ну ладно, пока летит, увлекся воронами. Вот. Манип. Уилл, снимай-ка ты свои кинжалы, чертовы. Вот.
Давай-ка мы подумаем что-нибудь по поводу вот этого элитида. Проблематично. Но можно. И это все, что ли, десятку? Ой-ой-ой-ой. Так, тетенька, а, Уилл, слушай, а ты можешь что-нибудь метнуть? Вряд ли он уже может метнуть. Да, не может. Тетенька бы подлечить не мешала бы. Вот это вот. Десницу Еву. Ну, не судьба. Так. Ну что, Вилка? Иди напугай. Ну, высокая степень защиты, Вилка. Вряд ли. Уилка! Поэтому иди куси его за попу. Промазал. Ты промазал. Вилка, ты промазал. Так, а я тут все с какими-то этими... С кем-то не тем. С кем-то не тем. Коронующий удар. Ну что, попробуем? Давай попробуем этот удар. Цель должна быть гуманоидом. Да ты чё? Да что ты говоришь? Да что ты говоришь? Ладно, смотри, тут элитит есть. Давай его, что ли, попробуем. А я получу, если пойду, да? Да, конечно. Давай стрелять его тогда. А, все полетят отсюда. Так, давай тогда стрелу-молнию. Ага, этот получит. Что будешь делать? Ладно, давай. Критический промах. Сейчас вроде не промахнулись. У нас тут один, этого добили, да? Окей. Все, больше ничего не могу. Да? Ничего. Так, ну что, ворона, ты можешь ему глаза выклевать, но у него дело в том, что у него нет глаз. Троечку. Троечка, наверное. Прибыла. Еще бегут, еще бегут. Как будто нам этих мало. Шмяк. Он ворону убил. Какая печальная музыка. Прибили ворону. Огонек. Нам надо бить элитидов. Фиг с ними. Так, подожди, где эти мозги? Вот этот элитид. Вот он почти добитый. Давай летим сюда. Терзаем его. И смотри, какой молодец. Почти добил. Гейл, значит, твоя задача взять и добить. И сделать то, что не сделали другие. Ты станешь? В принципе, ему одного должно хватить. Но зная это... Ту упор, ту игру... Я сделаю так и... Так. Замечательно. Ну вот. Теперь у нас что, остался один только летит, да? Отлично. Ворона. Прокляни его, прокляни. Она может кого-то поднять, между прочим, наша ворона. У нас ворона вообще умничка. Пошли. Нашу мелкую ворону прибили. Вот эти вот говнючки. Так, Шедик, 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 Шедик. Подбавь огонечку. Хоть с другом. Промазала, да? Тогда лечи всех вокруг. Да, десницу мы немножко вылечили. Ладно. Она сейчас как раз пойдет.
Добила, молодец, заглот. Опа, промахал. Жгучая кара. Он кого съел? Он съел вилку. Ах, говнюк. Не будет себе пощады, могучий молоток. Летит, чтобы отомстить за вилку. Но у него не получится. Поэтому молоток отступает. Так, слушай, Мефит, давай-ка ты отомстишь за вилку. Давай-ка ты применишь морозные когти. Шамяк. Он слишком сильно горел. Ему требуется охлаждение. Все, Мефит, молодец. Отдыхай. Кого-то пошел бить. Остался какой-то мозг. Остался один-единственный мужичок, я бы даже сказала. Давай-ка мы его убьем. Мы ему сделаем вот так вот. И? Где ваши скоростные ракеты? Они настолько скоростные, что их не видно. Проклятие, я себя уже похоронить успел. Спасибо. Я в долгу перед тобой. Объяснение и не только. Ну, сперва прошу тебя, ответь. Что с остальными? Там была засада. Я надеюсь, они выжили. Ты бросил их на произвол судьбы, козел. Какое право ты имеешь задавать этот вопрос? Ну, а что вообще случилось? Мне... Они в безопасности, но адское пламя, Зевлор, что здесь произошло? Так, многие гадили в казематы лунных башен из-за тебя. Ладно, Зевлор, что произошло? В конце концов, не сомневаюсь, тебе рассказывали, я сломался, окаменел. Но все это ложь, призванная смягчить правду. О, еще хуже было. На нас из засады напали сектанты, да, потом я услышал ее. Их фальшивое божество принялось нашептывать мне обещания. И стал, что я вновь стану паладином с божественной целью и божественным могуществом. Обреду все, что нужно, дабы защитить свой город. А сектанты в это время измывались над ними. Бедняги сражались, бежали, умирали вокруг меня, а я воображал себя их спасителем. Когда я очнулся, было уже поздно. Я не просто сдался абсолютно. Какое-то время я приветствовал ее. Надеюсь, тебе личинку-то не подсунули. Если хочешь могущества, не нужен никакой бог, только достигни своего идеала. Что это за дурацкий совет? Какое-то время, пока не осознал, что в награду получишь личинку. Да-да-да. Ты был зачарован, насколько я понимаю, это не твоя вина. Ну, кстати, да, это очень похоже на зачарование. Твоим соплеменникам не нужен был никакой паладин, они спаслись сами. Ну, как сказать сами? Ой, ну чё его топтать? Ты был зачарован. Хорошо бы, если так. Не то, во что нас превращают эти чудовища. Боюсь, оно прорастает изнутри. Это да. Я не стану искать себе оправдание. Мою вину нельзя искупить. Но кое-что я знаю. Зачем ты здесь? И я хочу помочь, если ты мне позволишь. Кэтерик внизу. Он считает, что избавился от себя. Спустись и покажи ему, как он ошибается. А ты тут будешь? Если тут еще хоть кто-то уцелел, я их найду и выведу наружу. Еще один хороший клинок мне не помешает. Слушай, ну он паладин, блин, паладины они такие. Даже если ты откинешь кони, мне будет. Отыщи моих своих соплеменников, они нуждаются в тебе. Не плевать, что ты будешь делать, главное, уйди с глаз долой. Не, удачи, Зевлор. Мне не помешает хороший клинок. Только если не боишься, что я воткну его тебе в спину. В смысле? Один раз Абсолют уже соблазнила меня. Я не хочу, чтобы это случилось вновь. Ступай, прошу тебя, и позволь мне сделать хоть что-то. В смысле, ты не пойдешь со мной? Найти Зевлора. Бын, смотри, взял, вылечился. А всех других вылечить? Ты ж какой ты единоличник, Зевлор. Мы вон потеряли. Скольких мы потеряли, Гел? Мы потеряли лопату. Лопату, позови лопату. Здравствуй, Вилька. Живой? И такой же наглый.
Так, Уилл, ну а ты давай это самое, да, бесенок-то у нас как-то погиб по-дурацки, честно говоря. Давай, позови фамильяра и беса, да, давай, беса. Вот. Я позову, очевидно, фамильяра. И я позову еще воронку. Вороночку я позову. Так, и ладно, подожди, пошли разговаривать. Десница Ева. Где ваш герцог-то? Куда дели герцога? Не знаю, как тебя благодарить. Я уж думала, мне крышка. Сущее дерьмо. Половина отряда покойники, вторая половина машет щупальцами. Да уж, зрелище. Мы пришли сюда спасать герцога Ревенгарда. Ну вот чего добились. Ты видела герцога? Ты уверена, что Ревенгард где-то здесь? Герцог хорошо заплатит за спасение. А дальше я все беру на себя. Так, ты уверена, что Ревенгард здесь? Да, сидел в одной из капсул, но потом его забрали сектанты. Он все еще выглядел как человек и пытался сопротивляться. А, то есть он без личинки. Куда стоять? Парочка этих мозгоедов раньше были моими друзьями. Я бы тоже попыталась высосать у тебя мозги. Подоспеет ты чуть позже. Да ты прям меня утешила сейчас. Да-да-да-да. Да-да, ты прям мне это внушила надежду. Так, а ты кто? А, Манишурга. Манишурга. Ну и вонище. Может, лучше было в капсуле остаться? Там хотя бы пахло только мной. Про герцога Ревенгарда есть новости? Он уцелел? Нет, вижу по твоему лицу. Придется мне, значит, падать на меч, да? Мысли падать на меч. А других применений своей паладинской сущности ты не найдешь? С другой стороны, может, месть станет моей целью? Да, во имя Грумша. Отличный план. О, давай, не надо падать ни на какой меч. А я могу тут обыскать? А то тут у нас были кое-кого инциденты. Нет, они вроде как... Ну, они... А, не, они красные. А этот не красный. И у него мозг. Главное, чтобы Зевлор на нас не кинулся. А он как бы может кинуться. Ну да ладно. Обыскать-то мы их всех обыщем. Чуть-чуть попозже. Позже. Все, кстати, устройство-то. Некого больше выпускать. Устройство молчит и никак не реагирует. Ужина у него была. Ладно, давай мы прогуляемся сюда. Уже все обыщем. Обыскивать я, наверное, буду за кадром. Приостановленный цереморфоз. Целевые бассейны, но без личинок, необыкновенно. Если всех личинок собрали, то это значит, что они готовятся к чему-то большему. Давай, почитаем. Надиктовано писцу Янтусу Энвером Гарташем. Цереморфоз – процесс превращения носителя элитийской личинки в свежевателя разума. Обычно происходит... В течение 10 дней после заражения. Однако личинки, отложенные нашим плененным старшим мозгом, усилены мощной нитерийской магией короны Карсуса. Кто там шепчет? А, это все, все это. Эти усиленные личинки вызывают у носителей своего рода приостановленный цереморфоз, состояние, в котором носитель становится восприимчивым к телепатическому влиянию и даже принуждению со стороны абсолют нашего старшего мозга. Для наших целей у этого влияния есть две ключевые особенности. Во-первых, превращение носителя в ментального раба. Абсолют происходит совершенно неосознанно. Служение кажется ему комфортным и естественным и никогда не подвергается сомнению. Во-вторых, подневольное состояние сохраняется даже тогда, когда носитель находится далеко за пределами обычного радиуса –
псионического контроля старшего мозга. Учитывая наши амбиции, этот феномен чрезвычайно полезен. Ага, тут бочечки. Так, огненные, не летайте. Целевой раствор. Где-то рядом есть паразит. Посмотри внимательнее. Адское пламя, там мизора какая. Мизора? Мизора? Там правда мизора. Есть причина поиздеваться. А где, посмотри внимательнее, где-то есть, говорит, паразит. Пожиратель интеллекта, где он? А, это там. Подожди, сейчас на нас кинутся, если мы его оберем. Это не то. Тут есть паразит, посмотри внимательнее, говорит. Может быть, если мы Мизору прибьем? Вниз, вниз. Слушай, и тут есть бочки. Может быть, если мы рванем эти бочки... Может, здесь есть паразит? Ну, так на первый взгляд не видно. А где паразит? В бочках? Черт. И где-то здесь это где? Здесь это вот в этом месте? Не, ну Мизору-то мы сейчас, наверное, вытащим, естественно. Мы же не хотим, чтобы Уилл превратился в лемура. А кто вылупился отсюда? Может, здесь Мол была? Здесь нету. Ладно. Пошли. Был. Что скажешь? Привет. Уилл, мы узнали столько всего о твоем папе. Тут сидит Мизора, а ты такой Уилмет. Уилмет. Ладно. Ах, какие мы красавцы. Мизора, так это ты вассал, Зариэль? На, вонючка безмозглая. А еще дольше ты сюда не мог добраться? Гроза в хрен, вытащи меня наконец отсюда. Я это сделаю, а ты дашь мне свободу. Такого был уговор. Да, 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 да. Ну, давай уже. Кстати, надо засечь, как я убила... Рога длины. Управление доступно твоей личинке, а значит и тебе. Сила. Собраться с силами и врезать кулаками по капсуле. Я сейчас сделаю тут, друзья, один маленький финт ушами. Давай-ка я сохраню игру. Мы же хотим с вами... варианты смотреть. Вот и будем смотреть. Давай врежем по капсуле. Понятно, что можно устройство посмотреть слева, справа. Может быть, оставить ее в капсуле. Давай-ка оставим ее в капсуле. Тянусь не советую. Как только в меня всадит личинку, Уилл отправится в ад. Да? Ты так это спокойненько говоришь, а тебе как с личинкой. Мизора, та еще тварь. Мне что-то надо. Я хочу кое-что обсудить. Я хочу? Извини, но лучше давай потом. Сейчас из меня плохая советница, еще худшая собеседница. А ну да, у тебя же этот шок, еще шок. Наша Шедухар, бедненькая. Все перед Господи, какие все ранимые. Мы с вами друзья в аду. А вы все так переживаете. Где лечим? Что, а если мы совсем уйдем от Мизору?
Она нас окликнет, нет? Собака. От собака женского рода. Нет, она совершенно спокойна, судя по ней. Ну. Playtime's over. Игры закончились. Выпусти меня. Управление доступно, доступно, управление доступно. Так, ладно, давай попробуем просто дубануть. Силушка богатырская. Эх. Да. И? О, получилось. На. You did all right, Уилл. Уилл одобряет. Ты у меня умничка, Уилл. Я бы почесала тебе животик, но запах меня всегда раздражает. Мизора, свою часть сделки я выполнил. Теперь дело за тобой. Расторгни договор. Статья Z, пункт 13. Если душеприказчица согласна на расторжение договора, она обязуется освободить душеносца от всех его обязательств в течение 6 месяцев. 6 месяцев! Боги, да будь ты проклята! Бестолочно мне, всегда надо внимательно читать условия. В них весь сок. Уилл, у тебя, по-моему, твой искусственный глаз закатился. Разорви договор немедленно, дьяволица, не то я оторву тебе голову, ну и станешь лемуром. Ладно, пусть будет 6 месяцев. Что дальше? Убеждение. Казалось бы, за все наши старания мы заслужили хоть какое-то вознаграждение от Мизоры. Будь ты не ладен, Уилл, с тобой слишком много проблем. Ты этого не стоишь. Ой, ой, так хочется попробовать, но подожди. Давай убеждение. Награду. Давай попробуем, выклинчим. У дьявола награду. Хрен бы там назывался. Хрен бы там. Черт, единицы не хватило. Ну, смотри, какая дрянь. Ну, у нас есть эти... как они там? Вдохновение, воодушевление. О, критический успех. Конечно же, потратить надо было вдохновение. Еще одно? Ну ладно. После таких прыжков через обручи маленькая конфетка не помешает. Клинок фронтира. Ой, Уилл, ты научишься летать. Нет, не удлинились у него рога. И что теперь? Теперь ты огнестойкий? Такая сила. И подумать только, ты собираешься ею пренебречь. В смысле? А теперь тебя ждут дела в лунных башнях. Не волнуйся, мы встретимся вновь очень скоро. Я тебе понадоблюсь. Не сомневайся. Да, и ни в чем себе не отказывай. Расскажи своим дружкам, как мы познакомились. Такая дивная история. Как вы познакомились? Уилл? Так, награда. За труды Мизора подарил Уиллу дьявольскую рапиру, хоть и не сразу. Уилл, по-моему, нам точно надо поговорить. Ну-ка, иди сюда. Зриэль оказалась сама Мизора. Вассал. Ну еще бы, обман на обмане сидит, обманом погоняет. А что ты ожидала, дьяволица? Ну, спасибо, Триаде, мне надо вытерпеть еще всего полгода, и я стану свободным человеком. Ты ей веришь? Ну, то есть нет, я не то сказала. Спасибо тебе. А, Мизора сказала, ты можешь говорить про ваш договор и ссылку, да... Мне пора узнать правду. Нам повезло, ведь твои способности пока что окажутся при тебе. Они нам понадобятся. Полгода – долгий срок. Змеюке хватит времени вывернуться из своего обещания. Вот это я тоже этого боюсь. Еще не поздно передумать, ведь когда ты лишишься колдовских умений, клинка не станет.
кстати. Да-да. Договорчик-то разорвешь и станешь простым. Ты и так-то сабелькой машешь. Еле-еле. Так, кстати, что там про ваш договор? Сперва мы прикончим Кэтрика Торма, потом я отвечу на любые твои вопросы. Что еще на уме? Что-то думаешь об элитистском... Не хочу я с ним говорить про элитистское могущество. Все равно я ему не буду давать червяков. Кстати, апропо червяки. Ладно, дело не в червяках. Дело в том, что я, смотрите, давайте-ка я сделаю теперь нормальную сохранку. Вот. А мы загрузим с вами вариант, при котором... Я, честно говоря, не думала, что у меня получится расколотить эту штуку. Ну, пока он сейчас сохранится. Ну, хотя сила-то у нас. У нас есть дубина великана, поэтому... Чего уж там. Или как она называется? Она же называется дубина великана, да? Холмового великана, не просто великана. Наставление у нас упало. Так вот, давай-ка мы загрузим игру и попробуем сделать центр вживления. Другую. Другой вариантик. Что если мы прибьем Мизору? Что нам сейчас говорили? Говорили про личинку, но у Мизоры нету личинки. А мы бы ее почувствовали, если бы ей вживили уже личинку. А этот наш, так сказать, хранитель, он все тут нам бубнит о том, что где-то рядом есть личинка. Так, доступно. Прам-пам-пам. Давай, слева. Мы не понимаем, что такое слева. А, справа. А что такое слева? Уилл? Проклятие, что происходит? Что ты? В смысле, что я? А! Проклятие, нет, только не это. Я Мизору уничтожила. А, он стал обыкновенным. Хотела нажать и смотреть. Я не туда нажала. Завершено обновление дневника. Чего пшик-пшик? Чего случилось? Уилли, все? Мизора, все? Мы потеряли спутника. Вот оно что. Судухард, что скажешь? Мизора больше нет, но вместе с ней мы принесли в жертву Уилла. Теперь он в преисподней. И печалишься по этому поводу? Это была короткая эпитафия нашему Уилли. Гейл. Уилл, должно быть, надеялся дольше наслаждаться преимуществами своих сил. По таким контрактам главная расплата всегда происходит в конце. И страдания Уилла теперь проливали. От Уилла осталось. Кучка золы. Там есть много чего. Там есть практически все. Что носил с собой Уилл. Однако у него много денег. Мы лишились хорошего торговца. И... спутники. Так, подожди. А как у нас спутники, спутники? Где у нас Уилл? Клинок Фронтира. Я так понимаю, найти Зевлора, наказать нечестивых. Яйцо Гити... А, клинок Фронтира. Мы провалили спасательную операцию и не справились с заданием Мизора. Наказание за нарушение контракта Уилла утащили в Аверна, где он будет сражаться с демонами в облике ужасного лемура. Да-да-да... Друзья мои, вы же понимаете, что я это так не оставлю. Я это так не оставлю. Мы с вами встретимся в следующей серии, где Уилл будет жив и здоров. И, естественно, посмотрим на его сабельку.
посмотрим на все остальное. Я попробую понять, найти, где тут у нас этот солевой раствор. Где личинка? Тут уже нет никаких личинок. Интересно, что с ними стряслось. А этот говорит, есть ищи лучи. Ой, ладно, может быть, я поищу за кадром опять же. Ну вот, ну начнем с охраночки. Когда Уилл жив, а не вот такая печальная кучка от него осталась. Взять все нельзя, это слишком тяжело. Это все очень тяжело, друзья мои. Огромнейшее спасибо всем, кто эту печальную серию посмотрел. Всего вам хорошего. Увидимся в следующей. И пока-пока-пока.